Всем привет! Вы на канале CryptoBoom, где мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IEO, DeFi и о многом другом. Сегодня у нас на обзоре будет такая компания, как Bitfresh. Итак, давайте перейдем на сайт и поближе познакомиться с данным продуктом. Переходим на сайт bitfresh.win. Так, Bitfresh – это первая прозрачная и честная игра, управляемая сообществом на основе технологии блокчейн. Bitfresh – первая платформа iGaming, управляемая сообществом, где выигрывают все. Игры, которые мы уже все давно знаем, интерфейс старой школы без беспорядка. Компания переосмысливает игры-казино, такие как игра в кости и подбрасывание монет. И скоро появится еще много новых игр. Более разумный способ играть – это надежно и прозрачно, доказуемо справедливо. Инновационная игровая механика позволяет компании автоматические ставки, майнинг токенов, скрытые джекпоты и вызовы сообщества. Также разделение дивидендов. Каждый может получать вознаграждение за время игры по мере роста нашей платформы. Ну и самое главное – это прозрачность и справедливость. Так как данная платформа построена по технологии блокчейн, то она полностью абсолютно прозрачная. Можно проверять каждую транзакцию и устранять необходимости в доверии. Давайте немного поговорим о самом токене. Токен Bitfresh предназначен для участия в прибылях и доли участия. Ограниченное предложение всего 1 миллиард токенов. По мере роста сообщества, дивиденды растут вместе со спросом. Данная компания построена на платформе Tron, то есть TRC20. Это технический стандарт, используемый для смарт-контрактов на блокчейне Tron. Каждый может получать BFT-токен каждый раз, когда мы играем, выигрываем или проигрываем. Майнинг зависит от размера нашей ставки. Также на этой платформе можно сразу обменивать свои BFT-токены на криптовалюту по нашему выбору, например, на биткоин или эфириум. Bitfresh против обычных iGaming'ов. Если мы ищем альтернативу обычным iGaming'ам, то Bitfresh вполне подходит под эту альтернативу. Bitfresh предлагает награды системы выплат по ставкам с первым криптопулом в индустрии iGaming. А обычный гейминг отсутствует реальные инвестиционных возможностей, никаких дивидендов, никаких криптовалютных выплат и так далее. Bitfresh – это прозрачность, доказуемые честные игры, поддерживаемые технологии. Что касается iGaming, то доказано честные игры – это довольно редко. Настоящей прозрачности не существует. Дизайн. Хороший дизайн, основанный на вечных принципах и отзывах сообщества. В обычных подражание культуре, дизайну без реальных инноваций. Ну и конечно же автономность. Ставки без содержания под стражей. Игроки контролируют сами свои активы. Что нельзя сказать про обычный iGaming. Кастодиальные ставки, снятие активов – дело сложное и беспорядочное. Данная платформа уже находится в альфа-версии, и команда прилагает все усилия, чтобы внести последние штрихи, а пока мы можем присоединиться к их программе, послов, чтобы получить ранний доступ и эксклюзивное преимущество. Все, что необходимо нам заполнить, это наше имя, адрес электронной почты и пригласи друзей, за которые мы будем получать вознаграждение. На этом, думаю, обзор закончен. Переходите на сайт, изучайте документы, технические документы, и только после этого делайте свои решения. Всем спасибо за внимание. Всем пока.